Спасибо, Кратос. Наш путь еще не завершен, Пандора. И в конце ты не станешь благодарить меня. Я знаю, что выгляжу как дитя, но это не так. Я видела в жизни много ужасного. И я не боюсь. Я понимаю, что ждет впереди. Я видела, как Зевс пытал моего отца. Я видела, как он страдает из-за меня. Я должна была помочь ему, но я боялась. Гефест поступил, как и любой отец. Защитил свое дитя. Нет. Это все моя вина. Я не помогла ему из-за страха. Страх — это своего рода тьма. В этой тьме я слышала, как боги говорят обо мне. Называют меня чудовищем. Слова ничего не значат. Возможно. Но я слышала в этих словах страх. Страх перед покрытым пеплом воином. Страх перед тобой. Чем больше рос страх богов, тем больше росла моя надежда. Надежда — удел слабых, Пандора. Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Вот к чему приводит надежда, дитя. Ты должна запомнить это. Ah!
Цепь Кратос. Отец говорил мне, что на ней покоится равновесие сил на Олимпе. Порви цепь, чтобы поднять лабиринт. Жди здесь. Thank you.
Что?